Женщина погибла возле подведомственной областному департаменту полиции поликлиники, где идет ремонт. Ее убило упавшим на голову железным предметом, сообщает пресс-служба департамента. Трагедия произошла 2 ноября. Со здания, где идет ремонт, на голову женщины упала деталь строительных лесов. От полученной травмы она скончалась на месте происшествия. По данному факту проводятся досудебные расследования. 2 ноября около 14:40 на 102 поступило сообщение о том, что в ходе проведения ремонтных работ в поликлинике при департаменте полиции на голову гражданки упала деталь строительных лесов. В результате она погибла на месте происшествия. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 277 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при производстве строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».